Дигибари! Алло-алло! Всем бобра, дорогие друзья! С вами Винди, и мы продолжаем играть в эту игру. В прошлой серии мы остановились на том, что умерли внезапно, правда? В общем, я тут уже прошел эту игру, не на видео. Ну как, получилось так, что на видео, но в конце она вылетела. Поэтому видео не сохранилось, поэтому давайте сегодня Fast Run. Я надеюсь, что Fast Run, и я таки допройду ее. Да. Не нравится мне из-за этого бандика, что... Тетя! Тетя! Нет у меня курева, нет у меня шмалева, идите вон! У меня даже дыма нет, сейчас я дым достану. Все, ладяра, замечательно. Теперь я бы... Ёперный театр. Ядрить колотить, сучет. Я не знаю, что я сказал, но я подумал, что вот тут вот где-то на уровне деревьев сейчас ко мне летит какая-то хрень. Но мне, к счастью, показалось, вон она идет, посланница кого-то, не знаю кого, наверное, дяди Васи, который хотел забрать у меня недавно мои гантели, но нифига, мои гантели, это мои гантели, я ведь ЗОЖ, все такое, никто не видел, а кто видел, того убью, поняли, свидетелей я убираю. Ты что, будьте поаккуратнее с вами, окей? И вы, зрители, тоже не видели. Все. Кто? Так, тетя. Да что ты такая зоркая, а? Что ты такой орел? Знаешь, что с орлами делают? Водку об голову бьют. Давай, иди сюда. Иди сюда. Если мужик, ну, давай. Ну, иди сюда. Come at me, бро. Come at me. Ты ж такая крутая была. Говно, ты понимаешь? Гивнет. Свечка. Ты идешь со мной. Пойдем. Спасибо. Ой-ой-ой, еще одна. Что ж вас столько тут мама-то уродила? Откуда вас тут столько-то взялось? А главное, зачем? Зачем вас столько здесь взялось? Неужели вы что-то подозреваете? Неужели вы знаете, что на этот раз я взял с собой... пачку крови на рукаве. Неважно. Я почему говорю всякий бред, потому что, несмотря на то, что игру я прошел, я как бы все равно очкую. Я не знал вообще, что я игру прошел. Возможно, там будет продолжение. Но на всякий случай я запись. Где? Кто? А главное, почему? Неужели бабуська Крот опять? Бабуська Крот! А вон она, вон. Это бабуська Крот, точно! Точно, это та самая бабуська Крот. Это жена того самого. Батя Крот. Они на пару лазят под землей и нападают на беззащитных жителей страны Эфиопия. Но я знал, что ты не пройдешь. Потому что ты кто? Ты не очень. Так, фонарик! Фонарик! Подчиняйся мне! Я здесь король, я здесь хозяин. Все, ты не работаешь. Я сказал, ты не работаешь. И не вздумай мигать. Ты меня выдаешь. Выдашь меня, дам по лицу. Понимаешь? Если у тебя нет лица, я сделаю тебе лицо и дам по нему. Ёб твою мать, Рома! Поганая ты... Кот. Зачем ты... Что такое? Кто опять меня задетектил? Кто такой, я посмотрю, храбрый? А, вон. Вот это пассажир. Я понял. Ну и теперь можно фонарик, в принципе, врубить. I don't give a shit. Ай, don't give a shit. Она еще свою братву еще позовет. Типа, эй, бабуськи! Здесь, кажется, пацан... Ё-моё. Здесь, кажется, пацаненок. Опять заметили. Да, я же говорю, она братву свою собирает. Это банда бабусик. Баласы по сравнению с ними никто. Вот в GTA баласы победили, а здесь явно побеждает банда бабусик. Она крышует данный лес. Раньше здесь была мафия, но... Бабуськи их выдворили. У бабусик есть свои методы. Особенно у них лидер, это бабуська Баба Люба. Кликуха Череп. Она умеет делать офигенные котлеты, от которых все люди просто офигевают. Так, значит, я собрал, по-моему, все эти. Офигеть, я фигаю из себя, я воровходец. Да правда, вы гляньте. Спокойно, спокойно. Это опять бабуська Крот, это их не спецагент. На, скушай, водяра. Полегчает. Вроде я все собрал. Насколько я помню. Так, ага, спокойненько.
Сбагуненько. Давай без лишних. Давай без лишних. А не то, я тебе фонариком дам по голове. Этот дом я вообще не знаю зачем. В доме нет ничего. То есть для победы дом не нужен. Абсолютно нет. Для победы нужен только мой совет. Пом-пом-пом. Да, не надо. Так, так, так. Будем надеяться, что мне хватит. Есть, мне хватило. Достаем это. Берем это. Кидаем это. Поджигаем это. Все работает. Все замечательно. Теперь защищаемся. Скоро начнется вот это. Мы призвали НЛО, и оно исправило наши проблемы. А, да, теперь вы можете спать без кошмаров, и в общем, вы клевый красавчик, йоу. Ну и тут, как водится, игра «Что?» правильно вылетела. Поэтому, да, было интересно. Хоррор я не окончу, хоррор я буду продолжать в скором времени. После следующего хоррора будет новая традиция. О ней я расскажу потом. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на новое видео, оставляйте свой комментарий, тыкайте по аннотациям. Пока-пока-пока, удачи!